Добрый день, с вами снова я, Марина Морлок. У меня сейчас будет мукбэнг. Вот, я в шортах. Я сейчас хочу сказать, я в шортах. Я не в трусах. Я в нормальном виде. Я в шортах. Я, ну, просто мне там пишут, что я там что-то... Не знаю, могу шорты продать потом, когда я их доношу до победного конца. Стоило мне выстелить новое покрывало на кровать, так кот его лапками своими и задрал. И мне приходится все время кресло защищать от кошек, все время его, короче говоря, покрывать покрывальцами. В общем, у меня сейчас будет мукбэнг. Мукбэнг — это трансляция приема пищи. У меня будет сегодня такой завтрак и обед, очень веганский. То есть это просто капуста, брокколи. Я почему-то, не знаю, я ее экономила. Я ее решила, что я последней буду съедать брокколи. Почему-то мне казалось, что она... Ну, типа, это источник витаминов и клетчатки. Я ее поэтому замороженная, она у меня хранилась. На случай, если вдруг я все-таки попаду на карантин. В общем, ну, чтобы пища не была слишком здоровой, я туда добавлю мазик, потому что, все-таки честно сказать, во-первых, это надо все посолить. Во-вторых, не могу я такую пищу есть без мазика. Я не умею, я, знаете, почему я худею? Я вкусно готовить не умею. У меня вечно какая-то бурда получается. Я вот, честно сказать, я не люблю очень готовку и все это домоводство. Вот я могу, если вот нужно вот убраться, вот там, не знаю, если я вижу, что вот пол вот он грязный, его надо помыть прям. Я, конечно, возьму там и помою. Там, если я вижу, посуда в раковине лежит, я, конечно, и думаю. Но я это все не люблю. И вот я думаю, имеет ли такой человек, как я, право на личное счастье, который не любит ни готовить, ни убирать. Там. Как правильно заметили, у меня постоянно бардак. Мне прям даже иногда, ну, мне как-то и стыдно за это. И, ну, бардак у меня просто потому, что у меня нет системы хранения. Действительно, как правильно заметила Дана, Руслан сделал кладовку абы как. И чтобы все это переделать, у меня нет ни сил, ни средств. Это надо кого-то нанимать, а кого я сейчас найму. Вот. Так что это мне нужно заработать бабла где-то как-то, накопить, кого-то нанять, чтобы сделать систему хранения. Потому что шкаф у меня... Он был большой такой шкаф-купе, но он был дешевый. И он развалился при переезде. Его надо или чинить, или новый покупать. Но это все. В любом случае я сама это не смогу сделать. Надо будет вызывать кого-то. Вообще, если взять блендер и это все растолочь, был бы очень клевый крем-суп. Я очень люблю крем-супы с тыквой и с этим самым, с брокколи. Вот люблю я крем-суп вообще, мне очень нравится. В общем, это мог бы быть клевый крем-суп, но мне лень. Я просто вилкой разомну. Вернее, я даже не буду вилкой разминать, я буду так есть. С мазиком. Если блюдо вас не привлекает по вкусовой композиции, можно добавить соль и мазик, и будет вроде бы ничего. Я не люблю. Еще цветную капусту я более-менее. А вот брокколи нет. Но майонез делает любое блюдо вкусным. Я просто очень люблю майонез. Но если вы противник майонеза, то туда можно добавить сырный соус. Или просто мягкий сыр. Будет вкусно. Или сметану. Или сливочное масло. Так, это надо есть ложкой. Вилкой это не серьезно есть. Надо ложкой есть. Минутку.
ложкой нормак. Сразу по-другому получается есть. Ну, в общем, я вчера после этих стен, после ковыряния с этими стенами, я себя почувствовала какой-то уставший, вообще ужасно. Я прям какая-то утомленная, блин. Но не солнцем, а стенами. Вот сегодня погода клевая, кстати, я так очень люблю погоду. Переменная облачность. Дождей таких гроз, как вчера, нет. Парилки, жарилки нет. А так довольно свежо. Свежописто. Вот. И клево как раз вот гулять в такую погоду, на велике кататься. Все говорят, что плохой велик, что он меня не выдержит. Но он городской. Он, конечно, он не для лесов, там, не для полей. А он по городу ездит. Не для бужика. А так именно, как вариант, не знаю, пишут, что я буду как цирковой медведь на этом циркуле. Ну, надо посмотреть. Не знаю, сколько он там прослужит. Ну да, колеса там как у коляски у детских. Ну ничего, катаются же и в тележках из магазинов. Может, и на велике. Может, покатаюсь еще. Кошка жалуется. Прохладно на улице прямо. Вот сегодня чувствуется прохладно. Вчера жарко было. И все зеленеет, листья растут прям не по дням, а по часам. Все-таки у меня вышел суп. Хотела я того или нет, но получился суп. Надо было добавить морковь, был бы точно суп. Я не люблю лук в супе, я не знаю, зачем его кладут. Но многие люди не любят суп именно потому, что там лук. Если там не было лука, у меня потому что изжога от этого лука все время. Ну ладно, зеленый. Ну просто лук. Ну, в общем, я никак не могу перестать циклопить канал данный Вольф. Вчера там были в комментариях ссылки на мой ВК и на мои картинки. Но сегодня я смотрю, эти комментарии куда-то удалились. Наверное, Дана Вольф их почистила, чтобы никто не нашел мой ВК и никто не смог опознать ее по моим картинкам. Так, такая вот она. Опять с собачками гулять. У меня только дом собачья тропа какая-то. А так, если размешать с солью, с майонезом, то ничего так вроде бы даже вкусно. Говорят, изоляцию продлят до конца года. Я не верю. Люди не выдержат изоляцию до конца года. Говорят, будет постепенно уже сниматься. Я не знаю, что будет. Чем будут питаться? Консервами, макарошками. Чем еще питаться? Скоро трава, вон уже зеленеет. Скоро грибы там потом пойдут в конце лета. Голубей много. Прям очень много голубей. Голубиный резерв на всякий случай тут существует. Собак, опять же, много. Я думаю, что я не пропаду.
везде добавлять лавровый лист. Кошки отрицают так звучно. Да, капуста вкусная, это ее плюс, но минус то, что она вообще не калорийная. То есть, что ел, что не ел. Баловство. Одним словом, баловство. Ну, говорят, она полезная, там витамины, клетчатка. Ждем видео о погребении велика под Мариной. Я худею специально. Я вот ем всякую капусточку, блин. Чтоб велик не погреб. Не погреб. Не был погребен. В общем, не охота мне разгребаться, я лучше кино посмотрю как-нибудь. Может, порисую потом. Такие вот дела. Да, капусточка вкусная. Можно ей питаться. Ну, правда, весьма недешевое удовольствие. И такая вот у меня было блюдо из капусточки. И такой был сегодня мукбэнг. Плюс быстро готовится. То есть просто засыпается в кастрюльку капуста и варится. Быстро съедается. Практически не надо жевать. Так что не, брокколи можно есть. Все, я поняла, что я буду есть. Я буду есть. Брокколи, капусточку. Вот такие дела. Ну, собственно, вот и все, ребята, что я хотела вам сказать. Спасибо всем, кто смотрел мой канал. С вами была Марина Морлок. Не забывайте про меня. Запомните меня. Я надеюсь, что это все-таки не все так плохо, не все потеряно, и впереди у нас еще много всяких радостных, счастливых моментов, приятных солнечных дней. И я думаю, что все-таки это не может быть вечной самоизоляция, да, кошка, не может быть самоизоляция вечной. Все эти вирусы, фигирусы, надеюсь, это, слава богу, вечным не будет. Вот, ой, там на улице дождик. Я испугалась, что кошка меня укусит. В общем, я думаю, все это пройдет, забудется. Я смотрю, кстати, тоже такую смешную картинку в интернете. Типа, сын, папа с сыном идут по улице, видите, такой памятник большой мужик, какому-то парню, который развалился такой в кресле вальяжный, что-то там в смартфоне смотрит. И такой ребенок спрашивает: папа, а кому этот памятник? Это памятник героям 2020 года. Вот я думаю, что мы будем герои 2020 года. В общем, ребята, будьте героями, не выходите из дома лишний раз. Сидите дома, смотрите фильмы. Вот. Такие вот дела. Пишите мне в комментариях. Пишите мне вообще, женщина, которая не любит домашнее хозяйство, уборку, готовку, всю эту херню, может рассчитывать на счастье или личное, или это все прям вот, все уперлось в домоводство. Вот, ладно. Спасибо всем, кто меня смотрел. С вами была Марина Морлок. Всем, всех я целую, обнимаю. Всех я рада видеть новых подписчиков. Я рада видеть ваши комментарии на моем канале. Я рада видеть ролики на канале Даны Вольф. В общем, всем спасибо, кто меня смотрел. А, кстати, Мисс Икс тоже сняла новый ролик. Она сняла там ответы на вопросы. Правда, вопросы она взяла свои, видимо, более интересные. Так что тоже можно, рекомендую посмотреть. Вообще много всего есть интересного в интернете. В общем, так что спасибо всем, кто
заходил на мой канал, тут кошка сидит и смотрит на меня сукаризной. В общем, с вами была Марина Морлок. Всем счастливо, всем пока-пока.